Как? Делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию вместе с Стасиком, Уткой, Алекс Электричкой и новый человек, который с нами играет, это хлебобублочное изделие Сухарик. Сухарик, поздоровайся с ними, поздоровайся, Сухарик. Здравствуйте. Здравствуйте. Поприветствуем Сухарика, будем обучать сегодня нубика мастерству снайпера, поэтому я предлагаю не тянуть, а прямо... А, кстати, стоп, подождите, стоп. Я уже куда-то разогнался. Стасик же у нас тоже первый раз играет, да? Ёханый ты бой. Короче, Стасик у нас тоже новый снайпер. Ну, все мы будем убивать их просто закрытыми глазами. Мы же уже давным-давно самые большие снайпера на этой планете. Все готовы? Да. Нет. Морально нет. Морально нет. Так, ну тогда все вперед и прячемся с вами. Да, кстати, а, вот молодцы. Я хотел сразу сказать для тех, кто первый раз играет, Сухарик и Стасик. Когда у нас начинается первый раунд, все должны, ну, сначала выстрелить, да, у нас такая традиция. Только один раз, не надо перебарщивать с этим. Все, я уже понял, все, вы большие молодцы. Да, хватит стрелять! Вы большие молодцы, да. О, ой. Бай! Фак! Я тебя видела, чёрт! Как я вовремя прицелился, и как я вовремя увидел, как кого-то там... Башка немножко отлетела у кого-то. Какая башка? Моя. А, я... Я бы пошутил. Ты про что говоришь, Мия? Ты про что? Мия. Ах, там кто-то была, правда, я не знаю, кто. Ой, Мия, ну да, естественно, вот это очень хорошо, да, как ты сейчас поступила? Что? Что творится? Сухарик у нас уже превратился... А во что может превратиться Сухарик? Ну, когда... Мякиш. Мякиш? А, точно, намокший Сухарик. Ой, привет. Миюшка, я только что себе утиный супчик сделал из Мии. Я не утка. А ты не утка, ты гусёк. Алекс, я с тобой предлагаю мир. Перемирие. Ты меня... Ты только посмей сказать, что ты в меня стрелял. Только посмей. Он посмел. Ты в меня стрелял, Алекс, ты посмел. Нет. Ты посмел? Ах, ты ж пописячный, ты, конечно, Алекс. Ага, щабан. Щабан, Алекс, смотри. На счет три, Алекс, смотри. Раз. Я хочу это видеть. Два. Кукарик. Да, подожди со своим кухарику, Алекс, давай. Короче, раз. Давай. Не надо. Давай. Налысь. Вот оно. Вы двое. Вот вы сейчас серьезно? Вы вообще серьезно? Ну мы сейчас серьезно, реально. Вы сейчас серьезно? Слушай, серьезно, я знал то, что он там находится с самого начала, я просто его ждал. Дамы и господа, мадемуазели и сеньориты, второй раунд. Выходи. Ребята, я спрятался от вас. Ищите меня, я спрятался. Давай дружить. Не надо дружить, когда я спрятался. Давай договоримся. Не надо со мной договариваться. Я спрятался, не ищите меня, пожалуйста. Наркоманы. Мы не наркоманы, мы просто спрятались. Типа, знаешь, что прикол? Ей 24 года, она как бабушка. Реально, Стасик уже больше лет даже, чем мне. Я себя чувствую просто спрятанным. Я тоже спрятался, хлеб уже кушал. Мы готовы к следующему раунду. Пейте, дети, молочко, будете красивы. Второй раунд, мы все спрятаны в хороших местах, все спрятаны, хорошо спрятаны. Почему мне так кажется, то, что ты за моей спиной? Я? Да. Потому что все возможно в этой жизни, Никич, все возможно. Вот завтра проснешься бабой, вспомнишь мои слова. В смысле? Смирись. Ну я ж не... Это... Я слышу, ты задыхаешься, вызовите Стасику скорую помощь. Стасик сейчас сознание потеряет от того, что меня застрелило, наверное. Я сам офигел, честно.
Я такого не ожидал, то что Стасик умеет стрелять. Ну ладно, хорошо. Значит, я плохо спрятался. Стасик, молчи, Стасик, молчи, молчи. Стасик, молчи. Но его ножки торчали. Она меня в ножки убила, а я стрелял ей в голову и даже в голову ее не убил. Не подходи ко мне. Ой, блин. Я не кот тебе. У тебя кыс-кыс-кыс. Я его вела, ты взяла! Ой-ой-ой. У нас, короче, остался сухарик на две девушки. Подожди. Сухарик, сухарик бежит. Он бежит с ножиком. Мия стреляет. Мия стреляет. Там у нас сухарик, у нас там утка. Как её там зовут? Стасик, у нас там Стасик. Как зовут Стасик? Ой-о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 й
Вот это сейчас реально очень как-то опасно было, Стасик даже ничего не заметила. Сухарик у нас очень коварный, со спины с ножиком подкрался. Ну все это он. А, Сухарик, а куда он? Он так спрятался, то что я... А, вот он. Сухарик. Мия. Сухарик Мия. Сухарик Мия. Мия, Мия Сухарик. Я в Мия стреляла 3 раза, почему не попал? Сухарик целится, Мия целится, никто не может попасть. Мия, целься лучше, не в ковер стреляй, а в Сухарика... все нормально. Сухарик, целься! Я ты помолчи, пожалуйста. Да я сейчас помолчу, я тебе сейчас помолчу. У нас очень жесткая перестрелка двух косых снайперов. Ничто не попадает, Мия стреляет под ковер, ковер оказывается сильнее, чем Мия. Мия, наверное, не понимает то, что через ковер пули не пролетают. Мия, 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 нельзя ломать ковер, Мия, джалё, ты не знаешь. Год строилась карта, Мия сейчас все ломает. Ковры убрал. Ковры не уберу. Сухарик у нас заделался. Мне тут хорошо. Ну, я не знаю, в кого Сухарик заделался, но Сухарик молодец. В принципе, Сухарик все очень даже правильно делает. Сухарик у нас ниндзя бублик. Подожди. ГГ. Мия, как? Нет. Это у нас получается 1-1-0-0-0. Новеньким везет. Ну, кстати, да, кстати, да. У нас 1-1, не знаю сколько, не знаю сколько. 1-1-0-0. Ага. Я поняла, кто меня видел. Привет. Привет, кто тебя видел, Мия? Мия, я тебя не видел. Если бы я тебя видел, я бы тебя уже убил, согласись, пожалуйста, с этим. Может, ты не будешь меня убивать? А я тебя не буду убивать, потому что давай начнем с того, то, что я тебя не видел. Да, не видела я тебя, Мия. Если бы я тебе... Ну, конечно. А кто там со спины стреляет? Кто со спины выстрелил? Кто со спины? Кто? Ага, все с вами ясно. Все с вами, в принципе, стало на свои места. Мия, я не в тебя стрелял, Мия. Это было жесточко. Жесточко. Ой, привет. Да, в общем, Сухарик у нас превратился в хлеб. В котлет, да. Да. Короче, если бы я знал еще, где Мия, вот в чем проблема, то было бы все очень даже хорошо. Но я не знаю, где Мия. И самая большая проблема, я не знаю... Ёхари ты! Мия. Чего? Ага, я... не подходи ко мне. Я в суд подаю. Это плохо. Ты в суд подашь на что? На летнюю крошку. Резиновую крошку? У меня вообще прозвища нет. Давайте начнем с этого. Ай! Мия, ну успокойся! Ну я тебе говорю, через эти заборы невозможно стрелять, они стреляют, не стреляют, ты не понимаешь, не стреляют. Почему у меня звуков нет? Ну ладно. Я заплачу. Ребят, я не знаю, извините, пожалуйста, я не знаю, как это произошло, я просто в прыжке... Ты что? Где? Как? Кто стреляет? Кто стреляет? Не пугайте меня! Куда ты делся? Куда ты там что-то делся? Направо. Мия, прости меня, пожалуйста. Я понимаю, что тебе сейчас, наверное, очень больно и очень сложно на душе.
полете, почти. Не надо плакать, я сам сейчас в шоке, как я ее завалил в прыжке. Ты плачешь, ты видишь, ты плачешь, Стасик вообще из игры вышел. Ребят, ну не обижайтесь на меня. Ну я что, виноват? Я не обижаюсь. А я уже виноват. Давайте третий раунд. Молодцы. Мия, да не плачь ты, да я подтверждаю тот факт, что я тебя вообще случайно убил. Я даже не хотел тебя убивать, я просто подпрыгнул. Ребят, успокойте, пожалуйста, Мию, подпишитесь на канал и поставьте лайкусик. Мия, тебе это поможет? Нет. Ну, в смысле нет, ну в любом случае, подпишитесь и поставьте лайкусик. Мия, если не успокоишься, кофе не дам тебе, успокойся. Ты обязан его дать. Я ничего не обязан, это раз. Все, пожалуйста. Ё-моё! Отстаньте. Хлеб, умри. Хлебушек, умри, пожалуйста. Ага. Убейте меня уже, пожалуйста. Первый снайпер, который жить не хочет. Ты чё несёшь такое, Алекс? Ой, ой-ой-ой, Мия, ты чё меня так напугала? Я чуть вообще, конечно, копыта не двинул. Ага. Ну давайте, я на виду стою. Да! У нас здесь... У меня вообще ничего не работает. Короче, я валю отсюда, потому что Мия знает, где я нахожусь. А ты по стенку попал. Ты слышишь, ты стенки больно сделал. Есть! Мия, ты в гемоде! Ага, да. Я всю обойму в хлебушке высадила. Мия в гемоде, Мидя не хочет это признавать. Мидя, выключи гемод, пожалуйста. Это моё тело в гемоде, блин. Мия, ты в гемоде! А, нет, ну ладно. Я пошутил. Мия, я пошутил, ты не была в гемоде, ты не была. Короче, сейчас 100% здесь кто-то будет, я разворачиваюсь, и здесь никого нет. Мне сейчас кажется, что кто-то спустится ко мне. А ты где находишься? Я... Подождите, а Стасик, оказывается, жива был, Стасик? Извини, я тебя случайно заметил. Я в танке. Господи, тут заикой можно стать вообще просто. Откуда ты меня убил? Да я вообще случайно, честно, я даже не хотел. Кто в танке? Что в танке? Ты в танке? Я в танке. Ты в танке. Можно... Алекс у нас в танке. Ну ладно, если Алекс у нас в танке, то это очень даже хорошо, потому что я не в танке. Если Алекс в танке, то я не в танке. Прр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 rr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 
обманщик! Алекс, экспонат, обманщик! Он сказал, что он в танке, там никого не было. Я в танке он же. В здании на... На четвертом... На четвертом уровне. Алекс, ты не в танке, Алекс, ты не в танке. Алекс, ты в гемоде! Алекс в гемоде был! Алекс в гемоде! Нет! Ты в гемоде! Он не в гемоде. Нет, он не в гемоде. Подождите, реплей. На повторе было заметно то, что я попал прямо в него. Как ты выжил? Да ты не попал, ты да не я не попал! Не на, посмотри на попал. Повторе, из тебя даже кровь пш, просто. Ты в может, там кто-то пролетел? Меня одного зердечка не снялось. А, кстати, реально, возможно, там кто-то передо мной в невидимости просто находился. Спасибо тебе, человек. Спасибо большое, кто меня только что подставил. Ага, хорошо. Я не отдам никому свою золотую снайперку, идите в жопу. Подставили меня, конечно, подставили. Вы все видели, вы все видели, вы все видели. Никто я... меня не обманет. А? Она со спины подошла. У Стасика опять приступ эпилепсии. Вызывайте скорую помощь. Стасик убил Амию. Да ну вас все просто. Ты не поверишь, ты оказалась просто. Я спрятал. Блин! Я шел убивать Стасика. Ты шел убивать Стасика, а Стасик где был? Стасик учитывая, был... что ты видел хлеба, и я его тоже целивала, значит, тоже для меня. Тогда откуда ты? Ага! Подождите, 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 а кто это? Стасик, я знаю, где ты, Стасик, выходи. Я тоже знаю, где я, ты стрелял по мне уже. Это другая женщина. А, все с тобой. Я упал! Ёханый ты папа, я упал! Молодец.
а куда? О, это такое положение. Странное, да? Плохое. Плохое. Очень. Очень плохое у меня положение в жизни. Иди в сраку! Наконец. Повезло мне, не повезло, когда у меня скилла полные трусы, мне не везет. Я просто скилловой пацан. Да ёхали попасть, скилловой пацан, даже на лестницу забраться не могу. Так, Стасик. Привет. 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 Опять в прыж. Да, я видела, что прыжки это лакер. Это не лакер, я еще раз говорю, это скилл. Это скилл. Это чит. Без прицела. В прыжке просто. Просто, да, вообще. Читер. Ну, как бы, вы видите, они отстрочили мою смерть на один раунд, но я-то доказал, кто заслуживает золотую снайперку. Ладно, как бы 3-1. Какой счет? 3-1, 0-0-0, да? Нет, да. 0-0-0. Не-не-не, она врет. Поэтому... Зато я сделала 2 килла. Да, всё. Она сделала 2 килла. У меня убила, Мию убила, главных претендентов на золотую снайперку. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Ставь лайкусик, пожалуйста, чтобы эта Мия не плакала. Но, видите, она меня убивает, она реально обиделась. Обиделась, потому что я ее убил в прыжке. Мия, извини, пожалуйста, что я немножко лучше, чем ты в снайперах. Ну да ладно. Спасибо огромное всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Не надо плакать, ёханый добывай, ну выиграешь ты еще когда-то в этих снайперах. Ну если не в этой жизни, ну в следующей, ну.